Систер. Мне надо... А у тебя есть степлер? Рыба, у тебя есть степлер? А вот еще одна. Мотя, смотри, блаб-блаб рыбка. Смотри, рыба что делает. Рыба булькает. Что происходит? Вот. Лучше кубик Рубика собрать, да, Матвей? Да. Вот это гораздо интереснее. Да? Нет, стой, давай просто песню послушаем. Ну что, получается, Матвей? Соображаешь, да, как по цветам совместить? Нет, слишком сложно, да? Да. Как-то непонятно, да? Да. О. Стой, спеши. Да, папа тоже никогда кубик Рубик не собирал. Вот, слушай музыку. Сейчас Матвей быстро сообразит, как правильно собирать. Вот. Да, Матя? И кружись вокруг. Дай руки. Матвей, будешь с детками кружиться? Нет. Кассу будешь играть, да? Она сама прокрывает что-то без тебя. Там уже не пролезает монетка. Надо другой монеткой пропихнуть. Нет, надо вот сюда вставлять. А сюда что вставлять? Нет, может и туда? А сюда ничто. Это просто. Надо вот туда вставлять. Ну и сюда тоже можно. Так. Сюда тоже можно вставлять. Везде можно, значит, да, вставлять монетки, да? Да. Да. А тут-то как? Нет, там наверх надо, вот здесь, наверху. Да, вот здесь. Показывай, вот здесь держи. Силой. Вот так. Силой нажимаешь, и все. Он показывает, здесь все. Прикольно. А, вот, он даже игрушечный берет. Сказка. А можно деньги открыть, только касса, снять. Банкомат. Деньги, например, 1 рубль. Снять. Касса. А эта штука сама открывается или ее только открывать надо? Нет, она сама не выезжает? Вот все, берем 1 рубль. А это снять деньги и взнос деньги. Прикольно. Привет. Дед Мороз и Снегурочка спрятали в доме подарок для тебя. Для того, чтобы его найти, нужно быть умным, находчивым и активным. Итак... На карте обозначен первый тайник с заданием и секретным знаком. Секретным знаком? Да. Выполни задание и узнай, где находится следующий тайник. Получи от моего помощника наклейку и помести ее на карту. Не забудь вырезать и сохранить секретный знак в верхнем углу листа. Искать подарки это... Искать подарки это здорово. Да. Миу, миу, миу. Письмо от Коржика. Моти, иди подарки искать. Где подарки? Пойдешь? Да. Сможешь слезть? Да. Папа. Вот, держись. Не, я пол. О, я синий. Там уже Матвей подсказку нашли, пока мы тут ковыряемся. Где Матвей? Три кота. Три кота. Папа. Что тут надо делать? Это что, подсказка? Да. Подсказка. Ты прочитай, что надо делать. На, ты прочитай. Давай я прочитаю. Здесь перепуталось много следов, но только кошачьи приведут к следующему тайнику. Кошачьи? Да, кошачьи следы. Значит, надо искать кошачьи следы. Вот кошачьи. Да, кошачьи. Так, так, так. Что, мячик? Нет, почему? Надо по кошачьим только идти. А тут, видишь, птичьи еще есть. А. Иди вот по кошачьим следам. Он весь все в тупик. Это уже не кошачий. Так, так, так.
дальше. Вниз. И куда? Вот, вот же, вот же кошачий. Смотри, видишь? И туда дальше. А тут как? Вот, смотри. Бок, бок. Бок. Да, вот иди сюда, вот так, сюда. Так. И вправо. Папа! Во! Нет, тут папа! Тоже не кошачий. Вот, папа! Правильно, не кошачий, наверх. Папа! Что это? Наверх. Вот, вот. О, это сердечко. Да, папа, мой. Кружка, ищи кружку. Где-то на кружке подсказка должна быть. Может, там? Наподавал? Может быть. Кружки нашел? На, наклейка. Наклейку наклеивай. Молодец. Куда наклеивай? Сюда? Да. Сок подойдет. Вот, следующая загадка. Какая? Все, давай, читай. Задание. Найди закономерность. Скажи, какой предмет должен идти следующим. Это новая сказка. А это что? Все, давай посмотрим. Ой, а это алмазик. Да, папа мой. Здесь лыжи должны быть вместо подарка. Смотри, лыжи, потом подарок. Нет, это вот это. Ну, шкатулка, да, музыкальная. Потом елка, снеговик. Потом подарок. Коньки. Угу. Ну, смотри, теперь смотри, у нас санки, лыжи, шкатулка. Тут надо вот это писать. Правильно. Это, наверное, рамка с фотографией, да? Да, у нас рамка. Есть рамка с фотографией? Мам, у нас есть рамка с фотографией. Да, у нас здесь стоят. Вот, рамки с фотографией. Вот. Вот и наша фотография. Фотография, это картина. О, а я нашел, смотри. Во. Там наклейка только должна быть, да? Не, еще подсказка должна быть. А подсказку я не вижу. Только наклейку нашел. Да. Посмотри там где-то еще. Поищи лучше. Нету? А я нашел. Смотри. Ой, упала. Так, папа. Что, нашел опять? Следующее. Давай. Реши ребус, чтобы узнать, где находится следующий тайник. 1, 5, 6, 7. Да. 3, 2, 3, 4 не хватает. Давай сразу посмотрим. Вот это что такое? Это самокат. Самокат. В самокате сколько букв? Шесть. Семь. Семь. Шесть. Напиши. Семь. Напиши самокат вот на листочке. Можешь написать? Там. Давай, напиши. Ну, то есть, не в ту сторону написать. Ну, ладно. Давай. Сойдет. Скажешь, ты буквы все больше и больше. Там ликать так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, теперь смотри, надо выбрать первую букву, пятую, шестую, седьмую. Седьмую. А что это? Первую, пятую, шестую, седьмую. Какие буквы? Первая. Первую букву найди. С, пиши ее вот тут. Смотри, ладно. Пятую ищи. К. Шестую, седьмую. Шестая это А. Скат. Скат. Да, скат получилось, да? Скат, это что значит? Теперь смотри. Животное такое. Это рыба. Ну, животное. Реши ребус. Катя, это вертолет, видишь? А самокат? Самокат мы решили. Самокат мы решили, да. Видишь, первая, пятая, шестая, седьмая буква. Скат. Это скат. Скат. Скат получился. Дальше вертолет. Вот эти последние три буквы. Их, без наверное, В. Скать. А, я понял. Смотри, пиши вертолет. Слово вертолет пиши. Я, кажется, понял слово. Давай. Дальше что? Вертолет. А вместо О мягкий знак. Да, да. Не, ну сейчас пока вертолет пусть не будет. Ну вот тут вот продолжаем. Вертолет. О. Д.
Вертолет. Тут ё пишли. Ё, но е. Так, а тут т. Вертолет через т пишется, правильно. Все, теперь смотри. Последние три буквы вычеркивай. Лед. Лед. Лед нам не надо. Верту. Так, первую букву тоже вычеркивай. Верть. Первую букву тоже вычеркивай. И вместо О пиши мягкий знак. Вот. Ерть. И теперь читай. Скат и ерть. Скатерть. Скатерть. Ура. Андрюш. А скатертей у нас много. Смотри, может, вот тут на столе еще? Нет? Чего тут нету? О! О, наклейка. Давай. И вот подсказка. И подсказка, все. Бежала рядом, да? Не, погоди, это не та подсказка. Это предыдущая. Стол! Стол наклеивай туда, стол. Мочь! И ищи подсказку. Ищи подсказку. Мама, подарок! Иди сюда, ищи. Ты любишь скатерти переворачивать. Не, Андрюш, это разгадка. Ой, Мотя, смотри. Посмотри внизу под столом, нету? Не упал. Мотенька нашел. О, Мотя нашел. Ура, ура. И убежал. Лабиринт, лабиринт, как у нас было. Ура, лабиринт. Проходи лабиринт. Давай сюда. А я пока положу тебе подсказку, третью. И последняя. На, пиши. Чего такое, Лика? Тебя Мотя обижает? Чё? Я? А чё он делает? Угу. Ногу кусает. Ногу кусает? Нет. Пойдём Мотю кусаем. Матвей, ты что делаешь? А, Мотя покусаем. Покусаем Мотю. Нет. Мотя, будем Мотю кусать? Нет. Нет? А Мотя? Нет. А Мотя будет Лику обижать? Нет. Не будет Лику обижать Мотя? Ну тогда Мотя не будет. Лику нельзя обижать. Никого нельзя обижать. Маша, первая подсказка. Ну что, разгадал? Скатер тяжел, тяжелый ребус был. Я не знаю. Нашел? Полотенце. Ура, полотенце. А что это, снежинка? А не знаю. Ищи полотенце. Нету. В других, наверное, полотенцах. У нас же еще полотенце. Давай искать еще полотенце. 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 Ой, там занято. Давай еще тут посмотрим. Давай еще. Еще раз посмотрим. Вот тут тоже полотенце есть. А, я не видел. Или это не полотенце? Не, ну тут нету ничего. Значит, там. Да, там. Вперед за новой подсказкой. Давай. Что это значит? Шлом. Вау, золотая рыбка желание исполняет. О, шлом. Ага, шлом. О, вам. Вау. О, шлом. Валерия. Какой жирный сон, да? Шлом ням-ням. Ням-ням переел. Да. Шлом ням-ням. Мама. Смотри, рыбка как делает. Как рыбка делает. Гоп, 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 гоп. Гоп, 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 гоп. Гоп, гоп, гоп. Мама. Сумка! Где сумка? Ищи сумку! А, слушай, сумка! О, разгадали сумку! Где сумка? Мама! Где мама? Так это подарок или нет? Нет, наклейку ищи! Сумка! Да. Моть, иди ищи наклейку! Где же сумки? Сумки где? Сумок же, да. Смотри, там где-то сумка, наклейка должна быть. Мама, мама, мама,
Ищи наклейку, Ликуся. Да. Вон. О, еще один. Дюша нашел. Пошли скорее подарки искать. Бежим. Вон, Андрюша нашел наклейку. Сумка. А дальше что? Лика хотела наклеить. Лика хотела наклеить. Сейчас Андрюша найдет подсказку. Сам наклейки. Скорее сюда, скорее. Да. Ликуся. Следующая твоя наклейка. Тихо. А что он дает за сумку? В твоей сумке. Я не снимаю. Рассказывай просто на бегу. Андрюша, читай. Посмотри внимательно на две фотографии. Комнаты. Комнаты. Хотят очень. Лика зомби. Следующая подсказка спрятана рядом с этой предметом. Что это значит? Ищи отличие, короче. Одно, да? Да. Давай. Это отличие и будет... Давай по очереди. Андрюша, потом Лика. Будет тот предмет. Ёлка. Ну, давай, можно тогда пробить. Во, мячик. Мячик, во. Ищи мячик. Мячик. Ищи мячик. Оп. А тут папа. Оп, сколько тут мячиков-то много. А, не, показалось. Не, не то. А еще то больше... мячик. Да. Нет, тот мячик. Нет, не тот мячик. А тут больше нет мячика. А. Мячик. Нашли. Нашел? Да. О! Наклейка есть? Все есть. Ура! Бежим наклейку на карту наклеивать. Не, я сам. Лике да. На, мячик понеси, да. Она, я Лике дам. Зачем нам мячик? А следующую умойте, да? Да. Две подсказки. Давай Лике наклейку дай. Первая. Будем разгадывать этот лабиринт опять. О, папа здесь. Бежим. Лика, где? Паспорту. Сколько у нас ключей? Хочешь наклейку наклеить? Хочешь? Лика зомби, наклеивай наклейку. Не хочешь наклейку наклеить? Хочешь? Лика, на наклейку наклеивай. Все, она не хочет. Моти. Дай Моти, иди наклей наклейку. Ну, наклеивай, Сэм, на, разгадывай дальше. Тоже не хотят. Уже чуть-чуть осталось. Что-то тут непонятное. Нужно пойти котятам, чтобы найти свои подарки. На этой дорожке спрятано слово подсказка. По какой дорожке? Вот карандаш, на виде дорожка. Кому какой она подарок? Она вон к подаркам, да? И к елке, да? Дай гарми. Вот котят. Снег. Нет, это не то. Не то, это ж не к подаркам. Это видишь, к елке. Она к елке пришла. Надо, кто к подарку придет, то и слово. Давайте. Давай. Зе. Зонт. Ищем зонт. Где тут у вас зонтик? А то где тут у вас зонтик, я нашли не знаю. Нашли уже. Нашли, а подсказка? Подсказки нет. Здесь подсказка? Да, здесь подсказка. Она, наверное, должна быть. А ты зонтик откроешь? А ты открой зонтик, может, там внутри. А ты вот так, бабах! О! Я угадала. Опять! Что опять? Подсказку буквы. Открывай. Опять буквы? Мотенька, смотри, буквы. Да, вот, давай. Надо наклеивать. Первая такая. Лыжи.
Давай. Ого, зонтик. Я видела первый. Да. Давай, где, а где буква? Бук? С. Давай, пиши. Вот так. Вот два. Два, салют. Не. О, я, кажется, уже понял. Только не говори. Так, третье, да? Вот третье, подарок. Подарок? Где? Где? Вот. Подарочек. Где? Где тут Е? А тут нет Е. Как нет Е? Вот это что такое? Ты забыл, как Е выглядит, что ли? Следующее. Ой. Ёлка. Снежинка. Все уже догадался. Ну ладно. А где снежинка? Бежим искать снежинку. Нашли. Еще дальше. Открывай. Как? Резать что? Да нет, снежинку не надо резать. А что надо резать снежинки? Туда. А я тут не вижу подарка. Надо свет включить. И я. Вот, снежинки. А, снежинки закончились. Вон, смотри. О, нашли. Вот. Моти. Помпси, беби. Моти, на. Помпси. Ба-бам. Ура. Ура. Ба-бам. Все ба-бам. Ба-бам. Ой, дома. Сундук. Сокровища. Ликуська, беги скорей, там сундук. Смотри. Лики. Ура! А это Ликуське. Три кота. Пука-пука. Дюш, неси сундук туда. А вот это Ликуське тоже. Лика, на. Лика, на. На пакет тебе. А что это за блёстки тут? Это хлопушка. Я еще один хочу. Еще один. Моть. Моть, я в окно уставился. Делайте еще один квест. Чисто. Вот, я вот один подумал. Белая лошадка. У тебя черная. А теперь белая. Бибика. Бибика как? Это бибика. А, мусоровоз, читай, что ли? Да. Беги какая-то. Чемодан кладу искать его. Давай. Андрюша, кладу. Моча тоже еще. Андрюша, кладу. Ой, смотри, Моченька, это тоже тебе. Тяжелое. Чихо-чихо. Колото. Алмазы. Это тролль и дракон. А как играть? Надо читать. Говорят, веселая, быстрая игра. А Моченьки бибика кака. Мусоровоз. Ой, он отвечался. О, нет. 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 За что? За что? Матвей, за что ты так со мной, а? Ну посмотри, ну нет. Боже мой. Какой кошмар, Матвей. Зачем ты это делаешь? Просто ты такой варвар. Ты описывался в двух местах. Вот здесь описался. И вот здесь описался. Матвей, что это такое? Как ты это прокомментируешь, Андрей? Нет, не убегай сырыми ногами, Мотя. Куда ты побежал? Стой, жди маму. Нет, в мочу свою... Наташ, да нельзя. Это апокалипсис просто какой-то. Б-
Беги сюда, беги, 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 беги. Он даже подскользнулся на своей моче. Ужас.